Наша участница очень любит занятия Елены Лукмановой. И сегодня мы разберем стиль милитари. Ну, во-первых, здравствуйте, милые дамы. Я очень рада, что многие из вас приняли и поняли стиль милитари, который возник в два... Оля! Супер! Нормально все хорошо. На самом деле он возник в 20 веке. Почему? Потому что были войны, и, естественно, не было возможности на тот момент одеваться. Все уходило на провизию, на боеприпасы. И была только военная одежда. Она была ноская, и поэтому она сейчас приняла такой момент, что это как бы одежда унисекс. То есть она и для мужчин, и для женщин характерна. И вот если раньше это было, естественно, только из военного сукна, который был очень ноский, а в тот момент во время войны никто не мог себе позволить лишнюю одежду, то понятно, что все хотели показать свой гражданский долг, что они против войны. Поэтому этот вот стиль милитари, он прижился, он сейчас постоянно видоизменяется. Если раньше это было сукно, то теперь это уже и шелк, ну, и хлопок. В смысле, вот, ну, пожалуйста, Оля, тут все сочетания как бы есть, да. Замечательно. Понятно, что это очень грубая, как бы, грубые ботинки в основном. Это погоны, это эполеты, это пуговицы, это все должно быть застегнуто, очень структурировано, это галстуки, это ордена, вот это все, что как бы характерно этому стилю. Но сегодня, в силу того, что понятно, что есть классическое такое понятие, скажем, стиля милитари, еще есть возможность в милитари вот, немножко смягчить, вот как я более романтичная, я же вам тогда еще сказала, что я все равно этот стиль приветствую немножко более романтично, то есть вот за счет цветов там и всего остального прочего. Хорошо, что мы на программе периодически с вами, значит, изучаем стили ненавязчиво через того, что мы должны показать это и представить в плане дефиле, но мы однозначно, вы же думаете, вы же тоже чувствуете, вы же подбираете, вы же в этом как бы живете, и это очень хорошо. Так вот теперь сейчас, значит, сегодняшняя задача наша, когда мы пойдем на дефиле, это минимализированные вообще улыбки, то есть как раз это вот, ну, военная такая постановка вопроса, то есть это ноги на ширине плеч, руки сзади убранная, в смысле, и очень точная постановка. То есть мы сейчас также с вами разделимся на две стороны, будем идти до возможности окончательной точки, там просто вставать, делать очень четко шаг-поворот, очень четко, то есть без лишних движений, без каких-то улыбок первый раз. То есть попробуем вообще просто вот структурироваться до военной службы. Мы, конечно, не военная служба, но тем не менее подтянуто, что можно все подтянем со всех сторон. Вот. И будем такие условно четко видящие цель. Вот. Но дефиле немножко будет сложно. То есть, когда вы дойдете до конечной точки, условно, вот Валя — это конечная точка, это как бы оператор. То есть вы доходите до конечной точки, в смысле, спокойно встаете, делаете абсолютно шаг-разворот, но уходите не сюда, а уходите, например, тот, кто выходил с левой стороны, уходит на правую сторону, на середину, и ждет, когда следующий дойдет туда, до этой же точки. И вместе делаем шаг-поворот и уходим.
Супер! На самом деле это вот, ну, настолько какое-то эмоциональное перевоплощение, и ты чувствуешь себя, ну, как сказала Елена, на Красной площади, может, не на Красной площади, но вот этот вот цвет и сама одежда, она придает тебе какой-то уверенности, стойкости. И хотя у меня возник вопрос к психологу, что я никак не могу перешагнуть процесс быстрого снижения веса, то вот, может быть, даже стилем одежды, я так подумала, может, подчеркнуть какую-то в себе силу, которая может помогать мне в этом проекте. А так здоровски, очень хорошо, мне очень понравилось. Я сегодня первый раз принимаю участие в этой программе. Я в восторге, мне очень нравится. Никогда не умела ходить правильно. Все супер! Рима. Обе. Правой ногой. Шаг вперед, поворот. Шаг вперед, поворот. И все. Вы уходите, и следующая Оля выходит. Все, и вы исчезаете. Вместе. Шаг вперед, поворот. У обеих. Оль, вы сюда. Отсюда Тамара. Лицом туда. Точка. У обеих шаг вперед, поворот. Тамар, вы туда? Валя, вы выходите. Здесь точку не делаем, сразу просто выходим, хорошо? У обеих шаг вперед, поворот. И раз. Наташа, идемте. У обеих шаг вперед, поворот. На ту сторону. Альфина. Правой ногой шаг вперед, поворот вместе. И правой. Отлично. Наташа уходит. Отсюда Таня выходит. Правильно. У обеих шаг вперед, поворот. Хорошо. Ленуся. Сразу нужно исчезать, потому что эта картинку портит. У обеих шаг вперед, поворот. Лена, вы сюда. И отсюда, Диана, правильно. У обеих шаг вперед, поворот. Ксюша, вы пошли. Лен, вот сюда заходим, не надо так далеко ходить. У обеих шаг вперед, поворот. Вот сюда сразу уходим. Девочки, грязная картинка сзади. Вот сюда специально проходы, чтобы уйти, а там уже можно перебежать. Катюша. Ноги на ширине плеч натянуты, как струны. Шаг обеих вперед, поворот. Молодцы, одновременно. Катя сюда и отсюда. Дилара. У обеих шаг вперед, поворот. Сюда. Отлично. Все, поехали. Поехали, поехали. Как прошел урок дефиле? Сегодня у вас какой-то мега интересный дресс-код. Что за занятие? У нас такие занятия, когда мы изучаем как бы стиль и под него пытаемся как бы показать и представить себя зрителю. Поэтому у нас был унисексовый стиль милитари, который актуален на многие года, начавшись с 20 века. Он и сейчас остается. У тебя тоже милитари? Конечно, но поэтому он сейчас и преображен. То есть, если это было раньше сукно, то сейчас это и шелк, и трикотаж. И, в общем-то, собственно, я преследую более мягкое такое понимание этого стиля. Поэтому у меня есть цветы. А девочки сегодня оделись так, как они чувствуют.
и, в принципе, все достаточно актуальны. Я очень рада, что участницы очень активно входят в образы, и мы пытаемся это правильно представить. То есть мне все нравится. То есть у нас очень позитивно, очень эмоционально и очень вкусно. Скажи, так ли эмоционален будет ваш финальный выход на церемонии награждения признания года? Что готовите? Я не могу сказать, это секрет, потому что это же сказка, а сказка – это волшебство. То есть ждем волшебства. Как думаешь, участницы уже настолько раскрепостятся, что смогут себя подать? Безусловно. Вот? Потому что каждая женщина, которая участвует в проекте, это волшебная единица, и они сами хотят быть королевами. Это достойно каждого. Слушай, ну, глядя сегодня на них, мне хочется сказать, что уже каждая королева. Естественно, на это и есть проект «Пышка» на M-Television. Ну что, ждем волшебства, ждем сказки и не разглашаем всех секретов. Однозначно. Партнеры проекта Energy Fitness, Wellness Club Slim Club, Клиника красоты и секрета совершенства, Wellness Club Easy Club, Клуб Дама Треф, визажист Алена Перова, фотограф Руслан Рахимов.